В Томилине работает единственное в России предприятие, на котором производят индивидуальные системы жизнеобеспечения летчиков и космонавтов и систему дозаправки самолетов во время полета. Подробности в следующем сюжете. Созданные на заводе системы эксплуатируются на тысячах военных и гражданских самолетах и вертолетах в России и за рубежом, на всех российских пилотируемых космических кораблях, орбитальных станциях и МКС. На предприятии изготавливают дыхательные аппараты для аварийно-спасательных служб, кислородные аппараты для альпинистов, противошоковые костюмы, а также катапульты и скафандры. Это кресло космонавта корабля «Восток» вместе со скафандром. Именно в скафандрах «Звезды» совершили полеты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов. В демонстрационном зале есть уникальный костюм, предназначенный для лечения нарушений координации движения, вызванных ДЦП или инсультом. Все изделия сконструированы и созданы на «Звезде». Очень приятно был удивлен, конечно же, технологиям, которые здесь применяются, людям, которые работают, потому что любой продукт, любое изобретение – это конкретный человек. И благодаря работе этого коллектива, конечно же, и наша космонавтика, и наша авиация, и наша страна находится на лидирующих позициях. На предприятии работают 1650 человек. Из них более 900 проживают в городском округе Люберцы. В октябре ведущему научно-производственному предприятию «Звезда» исполнится 70 лет. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.